Вот эта пальма называется бисмаркия. Все пальмы, более 1200 разновидностей, делятся на два типа. Бывают листья, вот как здесь, веерного типа, а бывает перистого, как, например, кокосовая пальма. Вот это вот называется бисмаркия. Она родом вообще с Мадагаскара. Очень часто тайцы ее высаживают вдоль дороги, вот когда лесополосу делают. Например, у нас даже на Сукхумвите, самая получается, ну, длинная улица Таиланда, названа в честь одного из как раз полицейских, которые ее помогали строить, спонсировать. И вот это вот дерево называется равиналия, или пальма путешественников. К семейству банановых относится. В ее стволе вообще вода была раньше. Путешественники, когда путешествовали, могли ствол разрубить и оттуда воды попить. Поэтому такое название. Это листья, вот они собирают воду, да? Да, а там он дальше находится можжевельник. Ага. Что-то почему-то немножко подсыхать стало. Там нить наоборот, из-за того, что, видимо, влажность немного. Ага. Что ты делаешь? Я завязываю круг, думаю, чтобы мы с вами плавали. Было нам весело. Я привяжу круг сейчас сзади нашего, получается, катера, и мы на нем будем как на серфе кататься. Ага. Будет тут очень забавно, очень весело, мы сейчас это все снимем. Интересно. А потом можно будет приехать и в этих гамаках расслабиться, да?